Так мало дней мы вместе провели, но очень много важных слов сказали. Мы все из разных уголков земли, но встретиться давно уже мечтали. А те, кто шли путем Христа до нас, мечтали лишь о том, что мы имеем. Общение среди счастливых глаз, согретое Его благословение. Шаг, дорога, в отчий дом. Когда-то в небе встретимся с тобою, и песню эту, может быть, споем. И до небес дотронемся рукою. Ну а пока мы на земле бежит к тебе
это плоть, умер и воскрес Бог, Творец земли. Восстановит, поддержит. Бог ведь сделал нас сестрами.
Дорогие сестры и братья, все, кто причастен к этой прекрасной встрече, мы благодарны Богу и вам за организацию всего происходящего, за все ваши старания, за вашу любовь, посвящение Господу и жертвенность. В эти дни Господь подарил нам вдохновение, утешение, поддержку через вас, ответили на многие вопросы. Спасибо за возможность отдохнуть, наполниться Божьим Словом. Благодаря вам мы еще больше приблизились к Господу. Благодаря любви Иисуса, которая наполняет вас, мы смогли освободиться от суеты, отдохнуть физически, вкусно покушать еду, которую готовили не мы. Хотим вам пожелать: в усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите.